Внимание, гражданин! Несколько незаинтересованных лиц один или более раз сообщили о том, что последнее время вывели себя ненадлежащим образом. Что? После того, как на гражданина поступает подобная жалоба, представители Adeptus Arbitrus рассматривают его дело, основываясь на книге правосудия. В итоге, мы установили, что вами были совершены следующие незаконные действия. Посыпание пайка для бедных граждан измельченным мясом грызуна с целью увеличения его съедобности. Вы получаете одно предупреждение, касающееся вашего имперского права на жизнь. Срок его действия истечет в день вашей смерти. После следующего нарушения вас лишат права пользоваться ногами или же необратимо прервут вашу жизнь. Но... Пожалуйста, имейте в виду, что самоубийство не освободит вас от наказания, поскольку тогда вас пересоберут в полуразумного сервитора, который будет отрабатывать вашу имперскую десятину. Но я ничего такого не делал! Если вы хотите составить прошение к Adeptus Arbitrus с целью оспорить данный приговор, пожалуйста, укажите в нем, почему считаете решение суда ошибочным, используя не более 20 слов. Но, сэр! Я посыпал его тертой крысятиной, потому что мои дети не хотят есть пайки, в буквальном смысле слепленные из отбросов. Вы использовали максимальное количество слов. Adeptus Arbitrus немедленно начинает рассмотрение вашей апелляции. До окончания процесса вы лишены права пользоваться ногами, а ваше пищевое довольствие урезано до 1,5 пайков в неделю. Благодарим за понимание. Но я ничего не понял. Очень жаль. Почему вы просто стоите тут? Ответьте, пожалуйста! Почему вы ничего не делаете? Мне так страшно! Что же мне делать? Сэр, пожалуйста, помогите мне! Я несправедливо осужден! Я ничего плохого не делал! А не посыпал ли ты свой паёк для бедных граждан измельченным мясом грызуна? Нам просто нужна еда посытнее. Мы и так еле живые здесь. Ну, это я донес на тебя. За что? Ну, ты порочил доброе имя департаменту мониторам и торговой марки «Батончик милости императора», прилюдно обмазав его тёртой крысятиной и скормив его членам своей семьи. Я только хотел немного... порадовать своих! Если ты и все твои родственники не отрыгнут съеденные батончики милости императора в течение следующих 24 часов, мы донесем на тебя за клевету! Но! Ваши батончики на вкус как дерьмо! Здравствуйте, арбитр! Я бы хотел сообщить о двух проступках имперского гражданина номер 954-8733, обозначенного как Ориор. Он публично оскорбил департамент мониторум и, следовательно, весь администратум, а также отказался вернуть принадлежащие нам батончики. Внимание, гражданин! Несколько незаинтересованных лиц один или более раз сообщили о том, что в последнее время вывели себя ненадлежащим образом. После того, как на гражданина поступает подобная жалоба, представители Adeptus Arbitrus рассматривают его дело, основываясь на книге правосудия. В итоге мы установили, что вами были совершены следующие незаконные действия. Отказался выплевать паёк, был дерзким говнюком. Вы получаете второе и третье предупреждение, касающееся вашего имперского права на жизнь. В связи с этим мы расквасим вам харю и сожжем ваш труп, как и поступают с еретиками. Но я не сделал ничего плохого! Извините, сейчас мы не можем принять дополнительное прошение о пересмотре приговора, так как одна из ваших апелляций уже принята в обработку. И что мне тогда делать? Благодарим вас за понимание. Нахуй иди! Я ухожу в хаоситы! Кто-то только что сказал, ухожу в хаоситы! Мажи его!